Каждая новая смена в спортивном лагере «Олимп» начинается с гимна Российской Федерации. На торжественном открытии отряды презентуют свой вид спорта. Приехали сюда повышать свое мастерство юные атлеты, представители всех спортшкол и секций Самары. Тренер по хоккею из команды «Чайка» поселка Управленческий Александр Куликов впервые в «Олимпе» на тренировочных сборах. Доволен всем. Питание рациональное, правда, разнообразное. То есть детей кормят 5 раз в день. Я был очень удивлен, что здесь столько много площадок. Территория такая обширная. Все прекрасно. В корпусах каждый день убирают. В таких условиях приятно жить. Каждый день в спортивном лагере «Олимп» расписан по минутам от рассвета и до заката. Кроме двух обязательных тренировок, будущие олимпионики сдают нормы ГТО, участвуют в спартакиадах и разнообразных творческих конкурсах. По вечерам смотрят патриотические спортивные фильмы в летнем кинотеатре и ходят на дискотеку. Тренер Михаил Ложечка 6-е лето привозит сюда на тренировочные сборы свою команду борцов. Рассказывает, условия проживания, занятий и досуга год от года в «Олимпе» становится все лучше. Материально-техническая база позволяет работать достаточно в комфортных условиях. Созданы, можно сказать, идеальные условия для работы со спортсменами, с детьми. Визитной карточкой этого лагеря является как раз эта столовая. Кормят безупречно, очень вкусно, всегда рацион разнообразный, дети в восторге. В этом году в спортлагере «Олимп» построили новый современный всесезонный санузел отдельно для мальчиков и девочек. Туалетные кабины с унитазами, раковины с горячей и холодной водой. Кроме этого, капитально отремонтировали 2 жилых корпуса, поставили новые койки и обеспечили новым постельным бельем. Остальные корпуса прошли текущий ремонт. Привели в порядок тротуары, установили новые беседки. Все это делают для того, чтобы юные спортсмены плодотворно готовились к новому соревновательному сезону. Такие разноплановые сборы у нас проходят, каждую смену. И ребята, желающие поехать сюда вместе со своими тренерами, школу подают заявки в департамент спорта, формируется, дислокация на все смены, и ребята сюда приезжают. Формирование проходит до 31 марта ежегодно. Есть уже сложившиеся спортивные коллективы спортивных школ, кто традиционно сюда заезжает. Это 11-я спортивная школа, 14-я спортивная школа, «Чайка», «Ладья». То есть это наше учреждение, которое работает постоянно, у них большой контингент детей. И, соответственно, они уже наш лагерь не просто знают, а любят и приезжают сюда ежегодно с большим удовольствием. Заканчивается 12-дневная смена торжественной линейкой. На ней награждают лучших спортсменов почетными грамотами и дипломами за достижения в спорте, творчестве и общественной жизни спортлагеря «Олимп». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.